Всем привет, с вами снова Лакмус. Мы снова продолжаем бродить по джунглям. Я немножко разгрузил инвентарь, сложил кое-что в копилку и продолжаю заниматься поиском ресурсов. Прежде всего ресурсов, потом уже артефактов. Так, ну что, слить воду? Тянутся, ты посмотри, какие твари наглые. Так, кончилось действие зелья. Это очень плохо. Так. Пчелку замочим. К сожалению, перед тем, как идти, не посчитал, сколько мне чего нужно. Поэтому буду собирать, чем больше, тем лучше. Плохой дроп. Да блин. Что прокопать или знакомой тропой пойти? Что-то маловато мобов. Такие заросли. Кстати, можно было прогуляться и в наземной джунгли. Есть такая локация. То есть, если копать тупо вверх, то мы выйдем на поверхность, но и там тоже будут джунгли. Это именно добавлено в последнем обновлении, раньше не было такого. Они принципиально ничем не отличаются. Только птички достают все время. Серебро. Серебро я, пожалуй, выкопаю. Идем дальше. Я вижу большую пещеру, неразведанную. Беснуются, поджидают меня.
лает собаки. Немножко расчищу путь. Так, я не знаю, что тут комментировать, как бы процесс такой довольно рутинный. Может быть, вам скучно смотреть на это. Но это 90% времени игры в Террарию. Вот такие вот блуждания. Сердечко, но брать я его не буду, потому что у меня полное здоровье уже. Достиг максимума. Серебро, пожалуй, соберу. Так, что мы имеем? 17 стингеров и 30 джунглей спор. Но, насколько я помню, спор вот этих мне хватало. Мне нужны были либо вот эти стингеры, либо вот эти вот ресурсы. Но пока еще пособираем. Людоеды.
статуя колонны. Довольно забавная. Там я вижу какой-то ресурс. Золото, что ли? Давайте разведаем. Мне, правда, взять его некуда. Но вот это вот я, наверное, выкину. Нафиг оно не нужно. Золотишко соберу. Свинюшку я всю забил. Там места уже нет. Да, это золото. Какое-то освещение странное, или мне кажется. В игре, кстати, есть в новой версии цветное освещение, но я его выключил, потому что создается странный эффект постоянный, что за стенкой где-то что-то ценное есть, хотя там только камни. Ну и плюс дополнительно оно, это освещение, нагружает систему, дополнительные лаги создает. Так, давайте туда порубимся. Там посмотрим, что. Да. Вот такие вот глюки. Дальше. Пчелку надо замочить. За каким хреном я собираю стрелы? Объясните мне, пожалуйста. Это тоже в отстой. Луком-то я не пользуюсь. Тем более обычные деревянные, нафиг они не нужны. И снова я собираю стрелы. Снова я собираю стрелы. Что ж такое? Прям насильно мне их пихают. Так, вот я вижу там пчел. Надо с ними разобраться. Пользуемся пистолетом.
неплохо. Правда, я косой. Отлично, я бы даже сказал. Ну, мы ходим кругами по одному и тому же месту, по сути. Но мобы не дремлют, тем не менее. Здесь мы были. Здесь неплохо распавнят пчелки. Посидим здесь. Так, 26 стингеров. Давайте добьем до 30. И, наверное, будем закругляться. Где все пчелы? Неразведанное место. Тут и золотишко. Очень кстати. Так, это нам нафиг не надо. Это тоже можно выбросить. Да что ты будешь делать, что мне суют все эти стрелы? Что, похож на стрелка? Еще лучше. Забрать.
Да, это таймер. Колонну заберу и, наверное, закругляться буду. Как раз 30 стингеров мы набили. Давайте посмотрим, что мы можем скрафтить для начала. Вот наш травяной меч. Всего 15 надо было. Также мы могли бы скрафтить бумеранг травяной, лазу вот эту, но я не буду. Мне нужен только меч, по сути. Так. Слитки зря. Слитки мне не нужны. Скрафчу, наверное, бумеранг для прикола. Давайте посмотрим, что это за оружие. Довольно быстро отражается от стен. Но это чисто так. Поржать. Здесь у нас слитки. Я их собираю зачем-то. Серебро. И слитки, вернее, руда. Так, а здесь статуи. Ну все, наверное, на этом я закруглюсь. Спасибо всем за внимание. Всем пока.